Здравствуйте, мои необыкновенные, здравствуйте, мои звездочки, здравствуйте, мои богини, квантовое таро, разговор ваших душ через космос. Давайте смотреть, что хотят сказать ваши души, прописывайте имена в комментариях, для того, чтобы информация шла конкретно у вашей пары. О чем хотят сказать ваши души? Первая карта самая сильная. Во-первых, вы освещаете свет. Вы свет друг другу, вы тепло друг другу, вы солнце друг друга. Вот ты мое солнце, говорит вам сейчас мужчина. Ты моя сила, ты моя опора, так как и мужчина для вас. Благодаря ему вы приобрели уверенность. У кого здесь уверенность финансового плана? У кого здесь самоуверенность? У кого здесь уверенность в будущем? Вот поменялось мировоззрение, и сейчас вы четко идете, да, по дороге и знаете, чего вы хотите, возможно, ранее. Не было, да, той уверенности, что же мне на самом деле нужно, а что же для меня важно, а что же для меня там истина, а что же для меня необходимо. Вот благодаря друг другу вы и нашли ценность. Вот, я говорю ценности, выходит карта Туза Пентакли. Вы именно даны друг другу для понятия ценности. Ценности себя, ценности семьи, ценности отношений, ценности денег. Здесь идет информация, что многие из вас действительно создали свой бизнес только после встречи с мужчиной, да? Плюс идет здесь ценность не обязательно только в финансовом аспекте. Вы ценность себя осознали благодаря этому человеку, говорят души. Причем здесь идет обоюдно. Я не вижу здесь, чтобы шла, да, энергия мужская, либо же женская. Здесь вы обоюдно понимаете ценность друг друга. Вы обоюдно понимаете, что да, без друг друга вы жить не можете, потому как вы солнце друг для друга. Без солнца нет жизни, без солнца нет света, без солнца нет рассвета и расклада, девочки, и рассвета. Ничего нет без солнца. Поэтому здесь именно идет ценность друг друга, очень важная. Трансформация, естественно, проходит между вами. Но чтобы понять, чтобы измениться, да, нужно попрощаться с прошлым, оставить прошлое, там, события, отношения, прошлые приоритеты, да, для того, чтобы возродиться, для того, чтобы взлететь. И здесь идет информация, что вы готовы попрощаться с этим прошлым. У кого этот прошлый человек, у кого это прошлое событие, у кого это место пребывания. Вот вы готовы взлететь, что вы, что он. Да, преодолеть, выйти из ограничений, выйти из рамок. И причиной, да, почему вы готовы это сделать? Для вас это он, а для него это вы. Ну что же, принимайте, ставьте сердечко, пишите «принимаю», благодарю, во благо.